Моды в нашем городе стало столько, что говорить о ней приходится как в преддверии сезона, так и в самый его разгар. Среди прочих вечеринок это отличалось романтическим настроением. Всех присутствующих погрузили в атмосферу нежности и романтики. Зачем мы все это делаем? Для того, чтобы у людей нашего города была возможность хорошо провести время в таком прекрасном клубе, в таком прекрасном месте. Чтобы гости увидели красивые коллекции, увидели красивые номера, чтобы получили эстетическое удовольствие от того, что происходит на сцене. Единственное, чего мы старались придерживаться, то есть это обязательно какие-то натуральные ткани, обязательно очень качественная одежда, очень стильная, та, в которую приятно одеваться. Хочется легкого, хочется нежного, хочется девушек видеть более воздушными, счастливыми, радостными. Юные участницы шоу действительно вызвали самые светлые чувства. Невозможно остаться жестким и черствым после такого. Радует и то, что в шоу было задействовано не так много бутиков готовой одежды. В основном свои коллекции представили дизайнеры. Все наши коллекции представлены в очень женственной форме. Легкая, невесомая одежда, очень много комбинируемых вещей, все сочетается друг с другом. Но и то же платье можно скомбинировать по-разному и выглядеть днем по-разному, в одном и том же изделии. Показать свое женское начало, то есть быть просто собой, оставаться женщиной. Создание подобных образов сегодня было обусловлено тем, что мир, современный мир полон суеты, жизненных сложностей, трудностей, и простота и лаконичность в настоящий момент решает все. То есть правильно говорят, будь проще, и люди к тебе потянутся. Отказ от фальши, отказ от вычурности некой. Вот, наверное, сейчас в современном мире это и есть истина. Десятки стильных луков, представленные в тот вечер в показах, транслируют главные тренды этого лета – позитив, спокойствие, легкость и доброта. Легкое, положительное, хорошее настроение. И хочется, чтобы город рос в этом направлении. Публика разная. Люди, которые занимаются интерьерным бизнесом, модельным бизнесом. Это интересно наблюдать, смотреть, отслеживать. Ну а поскольку зрители поймали эту волну бесконечной нежности, значит и организаторы со своей задачей справились. Лето только начинается. Остается надеяться, что и для жителей нашего города оно окажется таким же милым, теплым, красивым и романтичным.